Hello, ребят! Сегодня расскажу вам о том, как провести это лето с пользой для английского языка, а именно увеличить свой словарный запас, улучшить навыки аудирования, то есть понимание английской речи на слух, и интонации, произношение. Вот. Дам вам подборку мультиков и сериалов на английском языке по уровням, это очень удобно. И сегодня вместе с вами я буду повторять мультик «Свинка Пеппа». Посмотрим, как это будет, пока не знаю, как это снять. Поехали! Сначала полезная информация для тех, кто сдает ЕГЭ в 2018 году по английскому языку. Уже сейчас вы можете начать подготовку вместе с летним курсом ML. Подробнее о нем внизу в описании к видео. А теперь обещанная подборка видео и мультиков на английском языке по уровням. Итак, для начинающих начнем с мультфильма. Мы можем с вами посмотреть «Свинку Пеппа». Очень люблю этот мультик, честно. «Аладдин». Мне еще нравится, вот я помню, сама смотрела «Маугли». Там такие классные песни. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Это песня Балу. Для базового и среднего уровня подготовки «В поисках Немо», «История игрушек». Это все о мультиках. Кстати, это эффективно и круто, потому что у них такой же там живой разговор, естественный. И за ними можно здорово повторять, потому что они говорят достаточно понятно. Хорошо артикулируют. Вот особенно Пеппа просто супер. Сегодня на примере с вами разберем. Для среднего уровня «Шрек». «Король Лев», для продвинутого уровня «Белоснежка и семь гномов». Так, теперь фильмы. Это для более взрослой аудитории. Ну, хотя, мне кажется, и взрослые любят смотреть мультики. «Книга джунглей», «Форест Гамп». Обожаю «Фореста Гампа», обожаю. Для базового и среднего уровня «День сурка». Так, «Социальная сеть», не смотрела. «Отпуск по обмену». Основной средний уровень «Матрица». «Чарли и шоколадная фабрика». Нравится, нравится, люблю. «Гарри Поттер и философский камень». Для продвинутого уровня «Криминальное чтиво», «Пираты Карибского моря», «Король говорит». Классный фильм. Так, сериалы. Сериалы традиционно для начинающих экстра. Всем ее рекомендую. На самом деле и своим студентам. Многие у меня уже смотрят на летнем курсе тоже экстра, потому что там с субтитрами. Супер. Ситком такой, ну, достаточно интересный, смешной. Для базового и среднего уровня «Отчаянные домохозяйки». Смотрела, да. Люблю. «Бесстыдники». No, не смотрела. Основной средний уровень «Друзья», «Американская семейка», «Плохие», I don't know. В общем, я подробную подборку дам внизу. Для продвинутого уровня «Шерлок», «Девочки», «Доктор Хаус». Что за девочки, я не знаю. Ну и «Секс в большом городе». Я всегда говорю о том, что кроме того, что стоит смотреть, что-то очень важно повторять, имитировать английскую речь. Так как мы живем в условиях полного отсутствия английской речи, мы живем в России, поэтому все, что нам остается, это имитировать английскую речь. Ну, либо просто переезжать в Англию на какое-то время и полностью изолироваться от русскоязычной общины и выживать. Так мозг быстрее включится, потому что нам нужно будет есть, что-то спросить, и тогда максимально быстро он адаптируется. Ну, что делать, человек ленив? А здесь, в комфортных условиях, в России, мы вынуждены просто повторять. И сегодня вместе с вами я буду повторять за мультиком «Свинка Пеппа». Пока не знаю, как это, в общем, сделать. Давайте попробуем вместе. Peppa and her friends are all wearing life jackets. George, you could wear my pirate hat. George, you could wear my pirate hat. Today we are sailing to Pirate Island. Today we are sailing to Pirate Island. If we're lucky, we might find buried treasure. If we're lucky, we might find buried treasure. Люблю свинку Пеппу. Это как Винни-Пух в России, вот честно. Мне очень нравится, с удовольствием всегда ее смотрю. Единственный интересный факт, почему отец в их семье придурок? Вот не пойму, почему и дети над ним издеваются, и мама. Очень странная такая штука. Кстати, это английский мультик. Видимо, в Англии тоже, наверное, матриархат. I don't know. В общем, это все, что хотела сегодня вам сказать. Ставьте лайк, если видео оказалось полезным, забавным. Вот, мне было весело. Подписывайтесь на мои соцсети, все ссылки внизу. Ну и всем 100 баллов на ЕГЭ, ребят. Пока.